Страховая компания «Северная казна» предлагает широкий спектр страховых продуктов для вас и вашего бизнеса. Выгодные условия по страхованию, индивидуальный подход, новые удобные страховые продукты, специальные акции, круглосуточный контакт-центр, наш сайт www.kazna.com. Офис страховой компании «Северная казна» находится по адресу в Уфе, проспект Октября, 132, корпус 3, 8 этаж, здание бизнес-центра, телефон 295-97-44. По мнению искусствоведов и критиков, в культурном мире России в последние годы отмечается так называемый кризис. Власти все меньше уделяют внимания начинающим и непрославленным, но талантливым артистам, однако при этом не скупятся на именитых звезд, слава которых основана не на любви народа, а лишь на телевизионной популярности и раскрученности. При этом в стране постоянно отмечается рост интереса жителей России к менее популярным культурным проектам, будь то концерты, кино, либо театральные постановки. И это, по мнению специалистов, не радует. Ведь постановка мира искусства на коммерческие рельсы в итоге может завести страну в культурный тупик, и выбираться из него придется гораздо большими тратами и усилиями, нежели чем поддержкой в нынешнем варианте. Скажи, а нельзя сделать вообще без поддержки правительства, без Минкульта, без какого-то привлечения государственных финансов, да, сделать за счет частных инвесторов, любителей джаза, за счет стоимости билетов? То есть искусство не окупаемо сегодня, не рентабельно? Оно никогда не было окупаемо. Я даже в заблуждении какого-то периода был времени. Есть коммерческое искусство, пример Лепс. Конечно, извините, я всегда с уважением отношусь ко всем исполнителям, включая Кобзона. Но когда я захожу в «Огни Уфы», три дня аншлаги, дорогие билеты, а слушать невозможно из-за громкости, той громкости, того давления, то есть культуры исполнения. Значит, я не знаю, он глухой, может, сам исполнитель, ему нужна такая громкость. Я две минуты не смог высидеть. Одно дело по телевизору смотришь, все отбалансировано. Так вот, возвращаясь к тому, что искусство, оно для того и говорится искусство, и во всем мире пользуется и грантами, и регулярной поддержкой, и созданием центров. А как, ну театр давайте завтра оставим без дотаций, тогда там надо стриптиз показывать завтра в театре. То есть люди не готовы, они не созрели, они не идут, не платят деньги. Почему сразу стриптиз? То есть все говорят, да, правительство, Минкульт и так далее, начиная там с России, заканчивая в Башкирии, говорят о том, что надо себя культурно обогащать, надо посещать театры, выставки там, и так далее, и так далее. То есть правильно, все равно люди правильно. Не идут. Почему? Почему? Люди идут, аншлаг у меня. Но вы знаете, я заработал что ли копейку. У меня расходы, кстати, без всякой поддержки. Спасибо, хоть аренду сделали, назначили маленькую, да? А мы провели... Вчера? Да, вчера, конечно. Mm-hmm. Это убыточное мероприятие. Без, если несколько лет назад у меня московский, заметьте, не региональный, а московский не государственный пенсионный фонд взялся для того, чтобы показать свой бренд в Башкирии, поддержал встречи с Олегом Киреевым, у нас пошли прекрасные на разных площадках, и мы бесплатно городу показывали различных исполнителей, у нас всегда были бесплатные концерты. То есть сейчас даже билеты в 300, 500 и 700 рублей, слава богу, что они были раскуплены, но коммерческого эффекта нету. И тут как раз происходит, мы же налогоплательщики, поэтому мы же не говорим, что тот же театр или другие какие-то виды искусства, которым необходима поддержка. Она, кстати, есть, потому зачастую она есть в каких-то вот таких официальных таких рамках, как в Советском Союзе, рамках. А по-настоящему творческих, людей много творческих, которых надо поддерживать. Они не попадают в эту, так скажем, обойму, которых просто... И театры, то же самое. Почему? Как со временем сказала Борисовна, таланту надо помогать, а бездарность да. сама абсолютно прорвется. Верно, абсолютно верно. А скажи, Бочелли – это коммерческое искусство? Бочелли все-таки стоит в стороне. Много... На грани того стоит, что можно отнести как и преподнести. Можно, вы знаете, однажды я не в критику нашему молодежному театру, но несколько лет назад я вышел в шоке. Была постановка молодого какого-то, я даже и не хочу запоминать имя такого человека молодого. Не знаю, может, он начальником за это время стал. Была постановка одного Шекспира «Ромео и Джульетта». Но то, что я увидел, прочтение... Это какой-то мрачный, черный, современный клуб. Девушка ходила... Ну, то есть, mm-hmm. фактически было сделано такое бордельное исполнение истории о Ромео и Джульетте. Ну, наверное, для какого-нибудь авангардного
театра в Лондоне или в Москве даже это нормально. Но когда в зале сидели 10-12-летние дети с их родителями... Люблю, тоже понятно. Да, и я думаю, что это не совсем правильно. Все-таки вот в этом смысле классика «Ромео и Джульетта» должна быть прочтена в этом смысле. Я не консерватор, но если бы это было как-то все-таки деликатно и так по-другому сделано, а не то прочтение, всему должно быть свое место. Пятнадцать лет назад на английском Бирмингемском джазовом фестивале пресса назвала Олега Киреева таким открытием, прорывом. Вот как сейчас отзывается иностранная пресса и каких дальнейших, каких-то, может быть, открытий можно ждать? Через два дня я улетаю в Америку, очередная запись на 10 дней. Мой любимый город Нью-Йорк, потому что для джазмена все-таки... Любимый. Потому что это самый мой любимый город, не из-за того, что он Нью-Йорк. Потому что это родина джаза. Родина джаза. Конечно. Нью-Йорк вообще любит, люди либо его любят, либо его не воспринимают. Но для меня это еще историческая родина джаза. И поэтому, когда ты окунаешься в ту атмосферу, ты подпитываешься этой энергетикой, мало того, играя с музыкантами, настоящими корневыми носителями. Я всегда играю там и дружу с очень сильными музыкантами, которые гастролируют по всему миру. Некоторые со мной гастролируют и в Америке, и некоторые в России гастролировали. Конечно же, это очень сильная энергетическая такая подпитка, для моя профессиональная. В Уфе известный офтальмолог Булат Азнабаев открыл джаз-клуб. Все очень долго рассуждали, что это такое его хобби, да, он любит джаз. Как оцениваешь уровень данного клуба, да? Почему он не стал площадкой, которая принимает какие-то вот фестивали, да? Потому что вот тот же Орлан, как говоришь, не может найти площадку. Вот. Нет, ну это разные. Орлан, я имею в виду, не то чтобы площадку. Площадки-то есть. Угу. Орлан не имеет до сих пор вот той стабильной, как коллектив, как чего-то. Допустим, при театре. Театр Марка Розовского, допустим, был ансамбль «Арагн». А до филармонии мы фактически должны быть филармоническим коллективом. Но у нас филармония вот видит вот такой, только, к сожалению, и уровень. Допустим, например, если коснуться филармонии, я очень много раз советовал различным директорам, и сейчас об этом говорю, но босы ныне там. Абонементы во всех соседних регионах. Я прилетел в Тюмень. Кажется, раньше тоже были абонементы. Ну, я не знаю, были ли они или нет, но они пропали. Ведь это действительно, когда заранее, в Москве у меня распроданы абонементы в филармонии, они не парятся, заранее уже, они доверяют, если зрители знают, что у Киреева интересно, или другой познавательный абонемент, или просто концертный, самой филармонии. Ну, надо же включать голову, надо же учиться этому. Вот этого нас очень не умеют и хотят. Вот если мы все-таки вернемся к джаз-клубу, да, как оцениваешь вообще уровень? Конечно. Нет, наличие того, что есть джаз-клуб, это замечательно. Во-первых, там играют регулярно наши музыканты, и Булату огромное за это спасибо. Другое дело, что для клуба, наверное, не просто привозить регулярно, он все-таки небольшой, да, и я только позитивно отношусь к тому, что он есть. А опять же, рассуждение о том, слушатели должны оценивать качество еды, в том числе, кстати, качество зачастую в наших некоторых клубах, включая Москву, страдает. Вот надо обращать на это. Ну, в джазовый клуб зачем идут люди? За встречи с музыкантами. Еще раз повторюсь, прекрасно, что есть этот клуб. Это и сцена для наших музыкантов. И зачастую, я знаю, сюда приезжают, допустим, музыканты, и я вижу, что они выступали в этом клубе джазовом. Это замечательно. Скажи, как житель города Уфы, не жителя, да, уроженец, скажем так, когда... Я и житель, и уроженец. Я никогда не делил себя между Москвой и Уфой. Вот многие исполнители из Уфы очень не любят приезжать в Уфу. Земфира.
какие-то обиды на город, какие-то недопонимания. Шевчук, конечно же, бывает в Уфе, но тем не менее, огромное количество звезд не любят приезжать в родной город. Вот у тебя есть какие-то подобные? Это менталитет, или как раз все наоборот? Это менталитет, при всем уважении к обоим музыкантам, каждый достойный стоит. Вот, кстати, в отдельности на рок-сцене достаточно очень уважаемые музыканты, но каждый из них все-таки, мне кажется, имеет элемент каких-то вот этих детских обид, идущих из Советского Союза. Здесь живут замечательные люди, замечательные атмосфера. Земфира-то не из Советского Союза все идет. Земфира практически из Советского Союза. Я помню ее, когда она мне показывала первые свои работы, и я восхищался, как она пела на английском языке. Она приходила выступать, когда «Желтый субмарин», я открыл там клуб джазовый, и она потрясла, когда исполняла там на английском языке. Я тогда еще и говорил: «Земфира, не забывай петь на английском». Она показала свои русские первые работы. И было это на студии «Европа плюс». Фаиль Дальнов там тогда руководил, поддерживаю. Но это какой-то, наверное, как давно комплекс. Это было? Какой-то это комплекс, наверное. Я сейчас скажу, когда это 90-е годы начало. Вот тогда было, это больше 20 лет. Жизнь быстротечна. К сожалению или к счастью. Стиль ведущий. Королевство красоты Лик. Новый стайлер для накрутки волос от Cloud9. Он разработан специально для того, чтобы помочь вам создавать профессиональные завивки, упругие кудри и нежные волны без вреда для волос за считанные секунды. Уникальный материал серицит на его рабочей поверхности помогает сохранить пряди здоровыми и придать им естественный блеск. Стайлеры Cloud9 идеальны не только для профессионального использования, но и для домашнего. Теперь и в королевстве красоты Лик. У меня короткий блиц. Продолжим мою фразу. Да. Я люблю родственников, друзей, музыку. Меня раздражает. Меня раздражает, наверное, вот это то оголтелое отношение и то, как быстро происходит засер мозгов у населения и подмена ценностей на вот какие-то неправильные вещи, в моем понимании, того же самого телевидения, когда каждый канал включаешь либо убийство, либо страшные новости. Вот это меня это раздражает. Мой идеальный выходной – это? Никуда не торопиться, а просто послушать музыку или побыть наедине с собой. Три черты характера, которыми я горжусь. Да я просто живу, я не горжусь никакими серьезными. От которых хотелось бы избавиться? Лень в каком-то смысле, откладывание на потом каких-то вещей, которые надо делать сегодня. Счастье – это? Это любовь, естественно. Деньги для меня значат? Это средство. Средство для воплощения своих идей – это правда. А все, что когда с первого дня, первого рубля, я фактически всегда вкладывал в развитие своей музыки, в первую очередь. Я мечтаю о… Я не знаю, о хорошей жизни, чтобы то, что сейчас случилось, погружение в Советский Союз, скорее закончилось, и мы были вместе со всем цивилизованным миром. Пусть ваши мечты сбываются. С вами была «Светская хроника». До встречи на следующей неделе. Пока. Спасибо. Мне понравилось очень общаться с Евгенией, потому что интервью прошло очень легко. И фактически мы поговорили на все интересные темы, и для меня некоторые вопросы были неожиданными, но тем не менее я старался говорить на них правду, то, что я думаю. В принципе, я всегда так поступаю. Наша беседа проходит в ресторане итальянской кухни «Моренти».